Beni böyle güzel sevdiğin için çok teşekkür ederim. Sen her şeyi en güzelini hak ediyorsun. Annene kavuşman için elimden geleni yapacağım. Sana tüm kalbimle inanıyorum Baran Karabey. Yakalabilirsiniz. Ailem Karabeyler size dokunmayacak. En sonunda işimize yarayacak birini ulaştık. Bu kızımın bilekti. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан и Бэрон остаются одни, Бэрон ласкает волосы и лицо Дилана, Дилан смотрит на него с любовью и говорит большое спасибо за то, что ты так красиво меня любишь. Бэрон отвечает ей, ты заслуживаешь всего самого лучшего и целует ее в щеку. Пока они вместе, Бэрон держит Дилана за руки и обещает ему, что сделает все возможное, чтобы воссоединить тебя с твоей матерью. Пока Дилан и Баран смотрят друг на друга с любовью, Дилан говорит, «Я верю в тебя всем сердцем, Баран Карабей». Господин Кудрет и господин Сеет встречаются где-то снаружи. Господин Сеет спрашивает господина Кудрета, не пора ли раскрыть эту тайну. Дилан приходит в дом своей семьи, но не может войти. Пока она стоит спиной к двери, из дома выходит господин Сеет и называет ее моей дочерью. Пока Сабиха Ханым спрашивает, что ее так погубило, Баран где-то снаружи обнимает Дилана. Он тайно звонит Хасану. Он узнает, что Бэрон ищет Эсру, мать Дилана, и его глаза широко открываются. Разговаривая с Геном Фератом Кудретом, Гуль очень расстроен и беспомощно плачет. Ферат сообщает Гану Кудрету, что они скоро придут просить Гуля, дядя. Господин Кудрет противостоит Ферату и говорит, «Сынок, теперь слушай меня внимательно». Пока Дилан обнимает своего брата Дживдета перед их домом, Баранда ждет позади нее. Дилан и Бэрон входят в дом, и Дилан держит Барана за руку и смотрит друг на друга, говоря, «Вы можете остаться здесь, моя семья, черные братья вас не тронут». Когда Бэрон сообщает Диле в кабинете, что я наконец-то добрался до того, кто будет нам полезен, глаза Дилана сверкают. Они разговаривают с этим человеком в безлюдном месте. Госпожа Сабиха находит браслет, который Дилан уронил в своей машине. Этот браслет – браслет, который Сабиха Ханым подарила Дилану, когда он был очень маленьким. И госпожа Сабиха с волнением говорит, это браслет моей дочери. В последней сцене на экране появляется любопытное лицо Дилан, когда она смотрит на мужчину, с которым ходила и разговаривала с Бараном. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.